Губернатор поручил прокуратуре жестче контролировать автостраховщиков. В минувшую пятницу в Доме Советов состоялось совещание региональных властей со страховыми компаниями. Темой встречи стала проблема приобретения полисов ОСАГО, которая по-прежнему остро стоит в Оренбурге. Страховщики либо не продают их, либо навязывают дополнительные услуги. Больше всего жалоб на Росгострах Макс Исагас. Глава региона дал поручение усилить меры прокурорского реагирования, а страховые компании, в свою очередь, обязались сделать полисы ОСАГО доступнее. Выполнили ли страховщики свои обещания? Репортаж об этом смотрите в нашем следующем выпуске в 8 вечера.